мамин свитер. Спасибо, мам. О, ладно, ладно. Это был очень тяжелый день. Спасибо за помощь. Ты уверена, что не хочешь? Не, не надо. Еще один выходной. Все нормально, правда. Просто мне нужно закончить разобраться с тем, что осталось после пожара. Все пойдет на благотворительность. Правда? Прямо все? Да. Этот свитер я, наверное, тоже отдам. Я пока в нем хожу, он вызывает у меня зуд. Ну, в общем, я бы мог отвезти тебя в благотворительный центр в понедельник. А, и пока я не забыл, ты не мог... Сделать свет? Конечно, Нед. Никаких проблем. А, ну спасибо. Я пошел. Увидимся. Почему ты всегда так резко реагируешь? Я же не могу носить тебя с собой вечно. Мама, что за херня? Все, хватит! Мама,
Мама? Мама? Озвучил Глеб для «Грубо говоря» канала.